Блять, что-то я не заметил, Эдди Акольд. Вы если что, орите. Я думал, кулик летит, он взлетел же. Или вы просто целились? Ну там утка была. Черок, ну. Ну можно было, да? А? А-а-а. Вон еще две пошли, Дякуль. Но они сейчас сядут вон так, вторлы. Хотя они на поворот пошли. Блять, кусты. Не туда приплыли, блядь. Фарватер где? Где тут обходить? Я не знаю, я еще не разбирался, но говорят, будет подниматься, но все равно как бы хорошего мало, если б ебанет. Вон. Хуя не успеем, далеко, Дякуль. Поздно заметил. Я сейчас посмотрю, я эту хуйню защелкнул или нет. Я ее не защелкнул как раз, блядь. Ее, наверное, надо защелкивать. Взлетели, да? Поздно заметил. Может быть, бобр посмотреть. Вон еще. А, нет, это не утки. Но-но-но. Я уже газ хотел сбросить. Блять, поздно, сука. Но это два черка те, которые и были. Они сюда и летели сесть. Так много попадается. Не то, что просто сплавляться. Сейчас только самое главное успевать. Вовремя.
тут могут быть тоже. Обычно с этой стороны сидят. Самое главное, чтобы нигде дерево не застрявшее было. Здесь вот бывает. Вот это, наверное, бревно и было здесь как-то один год. Два раза подряд вроде. Что там? Я думал, вы целиться собрали. Не знаю, мне как-то с утра больше на бобров не везет. Я их мало видел. Больше вечером, блядь. Вон еще две полетели, блядь. Те уже за поворот ушли, эти, наверное, те черки прилетели. Там не бревно или просто край одного чего-то торчит возле куста. Нету ничего, да?
Грыза ни одного не видно, да? Там кулик или кто на бревне сидит бело прямо. Непонятно, что-то было. А может утка? А, кулики, но. Вон вальшнепов три штуки сразу пошло. Первый раз три увидел. Там погрыз был вон. И вон погрыз. Или это заяц, блядь? Вот это заяц, да? А? А. Нет. А вы? А вон крикоши полетели тоже два. Я подумал, вы возьмете что-то и даже из... А, у меня зажигалка, дякор. Зажигалка у меня есть. А? А? Зажигалка, ну... Что, холодно? Блять, надо было теплее одеваться. Он там не бобер, дяколь, прямо, он там, видите? Или это бревно? Бревно, по-моему. Что, у нас тут затор или чё? Обойдем же, да, вроде? Блять, затор. С какой стороны? Справа? Не, слева, наверное. А, фу, блять, это старица, точно. Я уже, нифига, как мы быстро до нее. Че, в озеро не будем заходить, или там лед? Лед, ну. Вон утки опять.
Блядь, далеко, сука. Может, еще будет. Этот... Гоголь, да? По-моему, Гоголь. Вон еще две полетели. Три даже, ёпта. Спереди. Пилой навалили, да? Ну и где? По центру. Или с краю, Диаколь? Там бревно, наверное, нету. Палка какая-то есть же. Не поперек. Вам бы, Диаколь, чуть-чуть левее сдвинуться, чтобы мне получше обзор был. Ага, вот так. Что там? А? Что там? А, ну. Вон еще утки пошли две, видите? Спереди уже в поворот вошли. Как он тут?
Вон еще черок снялся. Блядь. Сука, я думал, они сюда пойдут, на центр. А они и так пошли. Вот они на круг пошли. Вот суки, блядь. Тут надо момент ловить конкретный. Бревно, да, там? Или пена? Шапку не сдует. Вон еще утка пошла. Блять. Сука. А вон та тоже на круг пошла. Вон они пошли там. Там уже Лука. Переход, да, здесь? Вот здесь речка Соболевка, по-моему, называется. Или как она? А, или дальше? А, нет, здесь должна быть, но... Не видно, Чё? Взлетели? А-а-а.
не пойму, где это место. Вы чё? Нет. Вы чё, нет. Я думал, мы уже добрыву не доплыли. Или доплыли уже, проплыли его. Основной. Это не Комуту мы уже. Я что-то не понял, где мы. А, вот сейчас это мы к основному придем. Или нет? Так два раз должен был быть. Первый после столицы, второй другой. А, вот он, все понял. Основной, вот он. Ничего там не видать? Омут, да, был?
Интересно, сколько по времени хуярим? Надо час и отдохнуть минут пять, пока обкатывается двигатель. Чё, погреемся тогда? Сейчас мы к озёрку подплывем там. Посмотрим, может, там что будет. Пойму, сколько время было, блядь. 14 минут уже, дяколь. Седьмого. Ну, короче, на озерке погреемся. Вы знаете, где оно? Почти до речки доплыли. Ну вот это, наверное, уже бобер. Нет. Вон еще утка пошла, бля. Сейчас плюхнется за поворотом, дяколь. По-моему. Вниз пошла. Вон две пошли, блядь. Ёбана в рот. Надо вам, дяколь, было что-то это, на грудь одевать такое. Что-то я забыл вам, не подумал, не сказал. И на ноги тоже. Ага, у меня тоже ноги подмерзают, блядь. Можно костер будет развести, если что, да?
Сейчас по навигатору гляну, где мы. Николаевка, наверное, где-то должна уже быть. А? Чё? А? Надо подходить где-то. Так, сейчас, подождите. Здесь, что ли? Ну давайте, а где? Вон туда он. Не-не, вон там он, по-моему, заливчик есть или что? Не-не, Диакон. Или здесь? Дякаль рукой там или веслом тормознуть об корягу. Ну сейчас подойдем. Ага, нифига она шатает. Ну вот, короче, прошли за час где-то. Ну время, видите, сколько? 6:21, 11:340 прошли. Где, Коль? Котелок надо на чё-то или как? Вот, палка жив. А я пойду наверх, поднимусь, гляну брусничник. Полетел, ребятки, видите? Камеры снимали, да? По-моему, да? Вот он залив нахуй. Замерз, дядя. Хули, руки грудак нахуй. Все мерзнет. Я-то сзади сижу.
нихуя, ребята, нет брусничника. Дяколь, вот здесь камера светится, не? Не видно? Вон старица тоже. Там сзади. А? Ну, не, просто там тоже еще ниже была маленькая. Такая же херня. А? А хер его знает, я не вижу. А, ну, бутылка. Давайте постоим, посвистим, дякую. Сейчас прилетит. Справа, по-моему, где-то свистел. Слышали? Моя снегири еще. Да, блядь, достали бы. Ветром бы подуло, что не видите, видите? Дякон. Лосиные следы, видите?
трещина. Там уже основное русло будет сейчас. А так сейчас пройдем. Свежих следов боброзавров незаметно присутствует. Здесь вот осинка сваленная, что ли, боброзавров, что ли. Осенняя, блядь, ребятки. Зимняя, скорее всего, ребята. Так что бобр здесь есть, как обычно. Видите, ребятишки? Хотя нет, это осенняя. Уже заветренная, нахуй. Вот. Такие вот дела. Палочка плавает, блядь. Здесь я один раз был. 8 штук домой принес и одного утопил. Ближе, ближе, подходите. Он туда попал. Там, где пихты растут, там лука получается. Стоять надо. Вот все время туда приду, и там они всплывают. На этой речечке. Бил бобров я здесь. Кто тут? Свежий или осенний? Ну дождем не залито. В смысле залито. Да? Где? Там? Но она грызена. Я говорю, они здесь всегда есть. Но вода здесь упала, видать. Да это залив просто. Лужа как бы. Лука. У меня там капкан стоял. Подходи. Я и говорил, страшно было проезжать. Ухая.
Перелетел. Другой там, а это здесь. Это вот так прямо вот за эти сломанные берёзы на той стороне сразу. Перелетело. Вот это можно уже хуярить. Но только далековато. А там достать его можно. Дякую, попробуйте, подойдите к берегу. Я там до тем болотников дойду. Он как раз на той стороне сидит. Самец там сидит, и здесь самец. Нет, это этот, который второй прилетел. Сейчас полетит, полетит. Не отпрыгнул просто. Летит, летит, летит. К тому сел, сука, к тому сел. Вон он прямо. Тоже перепрыгну. Один клюет, ходит, что-то второй к нему подкрадывается. Летит к нам летит, вот он. Тихо, тихо, тихо. Там есть. Второй перелетел, дальше пошел. На этой же сидел. Дякуль, вон сзади еще один полетел. Короче, ребятки, вот здесь вот. Пока я рябчика искал, дядька стрельнул, что вот здесь вот, вот за вот этой вот хуйнюшкой, там, короче, бобер нырнул, пока я искал прямо вот здесь вот на берегу. Рябчика искал минут 10 и нашел. Короче, вот видели же, может быть, что я стрелял, дядька. Он вот сюда вот залетел, да? Самец рябка. Вот он. Заебись, ему досталось. Все, конец отчета. Короче, дядька куда-то ушел. Дальше туда, вверх, по течению. Смотреть бобришку. Я вот здесь вот стою. Дерябчика заебенили. А он как раз вот, вот тут вот был. На этой стороне вот здесь вот был. Да. А вон дядька идет. Хуярит дядька. Короче, аккумулятора на полтора часа хватает. Холодно. Такие вот дела. Сейчас еще подманю. Короче, три рябчика здесь было, это 100%. Вон сел.
на землю сел Диаколь вот так. Вон побежал. Вон он побежал, вон на земле. Вон на земле запихтый. Кто? Рябчик. Да ёб твою мать. Ну вон, ну вон отсюда. Нашел, да вон на бугре сидит. Нашел. Там бобер, ёб твою мать. Ну стреляйте в рябчика, чё? Вон побежал. Чё, его зря подсвистел, что ли? Вы его видели? Вон он сидит как раз вот. Вот так вот где это кончается. На он... земле? Да, толстая, где осина, он там сел. Вы увидели его? Сразу за пригорком. Вот эта осинка сваленная, он с нее спрыгнул. Вот здесь, смотрите, вниз. Где-то Ну вот здесь где-то у него норы и бобра должны быть. Вон, видите, тоже погрызы были. Сильно погрызы. Где? А? Он, походу, туда убежал. Тут Диаколь глубоко будет. Сейчас стойте. А, или вы перешагнете? Тут нихуя себе. Глубина, Диаколь. Глубина, во. Пол сапога. Переход. Вот он, ложен бомба.
О, шел весной. Мы решили подняться по речке выше. Посмотреть. Бобразавры. Два крикоша полетели. На круг хуярят. Увернули. Вон. Пошли далеко. А, это она так обворачивает. Я думаю, дьяколь, он не ушел вверх. А? Вниз, в смысле, вверх не ушел. Думаю, нам надо подняться, идти обратно и туда это. Подойти, где мы его видели сейчас. А? А, ну может быть, ну. В принципе, я только в том месте видел их всегда. А здесь как бы не было. Здесь вот она типа как русло. Будет. Без разлива. Сильно не шевелитесь резко. Ебыкс, еще по одному. Снайпер. Дяхан валит и направо, и налево самцов рябчиков. Отсвистел я не в манок, а ротом. Вот один. А вот второй, ребята. Вот они. Дай бог не последние. Это в болото идет, дьяколь. Нам надо наверх выйти. Ну а как мы его достанем? Нам еще подкрасться надо. А? А, ну все понял. Ну там-то можно его попробовать. Сейчас на повороте как раз, дьяколь, там луку обойти, дьяколь. И там как раз его можно будет попробовать. Бегите, бегите. Есть! Снайпер!
самец. Дяколь, еще одного давайте. Я говорю, еще одного давайте, чтобы по два было. Чтобы он был. Дятел, да? Не, у меня сначала А. Мне показалось, как дятел так. Да хули из-за этого жилета нихуя не слышно, он шуршит. Куды? Подумали бобразава. А? Ну, ничего страшного. Так прямо срежем по кустам. Пчельник, да, тут? Думаю, а нет, да? Да, да, должен быть он. Или он перед озером, наоборот, сверху. Или он перед озером. Но озеро мы уже проплыли. Днем можно рябчиков тут подолбить, да? С этой стороны, да? А тут ему сидеть негде. А? Нет, я имею в виду, что это? Полянки нету сильно. Да я имею в виду рядом с полянкой, что это? Полянка тут, там, глубина. Углубления в лес нету сильно такого. Уже перечернозьманин. Вот этот бугор. Как раз от поля. От Федоровского заплываешь сюда. В смысле заезжаешь. А, ну получается, значит, озеро там будет ниже, да? Значит, этот пчельник. Ну вот это и есть мука. Вот это. Она сюда заглублена. Я ж ходил там. Ну, вот это и есть остров. А, рябчик полетел, я понял. На ту сторону он сел. Дальник. Поехали. А, достанем. Там кусты затоплены.
сюда заплывем в окно. А? Да он, по-моему, сел. Да вы сейчас поманите его. А? Что, зря перезаряжали, что ли? Может, удача не покинет нас. Сейчас он должен взлететь на это. На черёнку. Но он же прилетел. Вон он под кустом, да. Вон он вынырнул, где Коль, по-моему. А нет, это не он. Блять, вон туда он пошел. Дальше, смотрите, на глубину. На глубину правее. Видите, вон там. Вон он. Давай. Сука, как выбираться-то? Дядя Коль, за кусты. Вон он вынырнул опять. Протаскивайтесь. Вы его видите? Нет? Блять. Вы его видите? Я его вижу. Сейчас заведу. Thank you.
какую сторону? Ну, значит, тут и будет. А? Встать можно. На берег не хочете выйти? По берегу пройтись. Он может сюда, в заводь. Давайте, Дьяколь, на берег. Ну как не надо? Он сюда же заплыл. Неудобно, блядь, весла длинные. А чё не стреляли-то? Надо было ещё раз стрелять. Выходите, смотрите. Патрон он валяется. Дьяколь, патрон вот. Чего? Тебе надо было там. А хули выгреб? Я вам по кустам грибу. Нихуя. Вам надо было стрелять уже, когда я мотор схватил. И вообще надо было вставать, когда первый раз стреляли. Вон он, да? Низко встали. Вам надо было сильнее бы захват был. Угол. Надо было сразу вам туда, к нему. Вы перезаряжать начали. Я говорю, к нему надо было. Через кусты хуярить и все. Быстрее получилось бы. Мы бы намного ближе были. Да ничего не зря, он сюда пошел.
По темноте, по полной будет она хорошо светить. Стой, вам не ловчей будет стоять? Ну это небольшая лодка.
хрена не вижу, вот сидите по центру опять. В смысле, быстро плывем? Чё, потише? Ну, в смысле, или глушим? Так, смотри, чё, так это и так на лодке тоже хрен замечу. Так, может, где возле кустов будет. Темнеет рано еще. Где-то рябчики отзываются, вот здесь вот недалеко. Я свищу.
меня сидит, блядь. Или перелетел, пока я заряжал. Вот, прилетел еще один. Патрон, что ли? Он осел, сука. Сейчас упадет, что ли? Он раненый. Он, походу, не полетит. Рябуля, прости меня, блядь. Прости, блядь. Рябчик. Подожди. Стой. Извини. Вот такая вот старичка тут. Рябчики свистят далеко, слышно. Лед почти растаял.
чтобы подстрелить вальшнепа. Вот уже это быстрее пролетело. Жду. Три штуки пролетело, два штуки сразу. Сколько раз побывал сюда стандартов. Все-таки был не прячется. Вот оно метеоритное озеро. Глубина где-то метров 15. Да, за льдом.